устала, Наташенька. Нет. Все в порядке. Молодец. Простили. Иди, разминайся. Ну вот, я вам хочу сказать, что она лучшая девочка пока из моих девочек. То, что она будет мастером, вне сомнения. А вот будет ли она турищевой, как все говорят, здесь никто на этот вопрос не ответит. Но то, что она любит гимнастику, то, что она хочет, это уже огромное. И я просто очень рад, что такая девочка у меня тренирует. Именно у меня, понимаете? Ну хорошо, вот все. Как она спит, как она кушает. Ну. Кушает она очень плохо. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Да, да. Правильно. Да, это для вас хорошо, да, для меня да, это плохо. Да, да. Вы-то разошлись. Да, да, да. Мнение да, уже да, да. Не помощник. Ничего. Так, ну спит она хорошо. Да? Спит сон. Она хорошо. Сон, сон самое у нее главное. Спокойный, самое хороший. В 9 часов ложится и встает, когда разбудим. Даже и не просыпается никогда, и не ворочается. Я спрашиваю вот иногда. Вот это самое главное. Свой у нее здоровый. Учеба. Хороший. Учеба, ну в этом году закончилась 2 четверками. Она так. Вообще-то не отличница, не вытянула она на отлично. Вот они вас уважают или боят? Вот это вы уже не испытываете. Это я вас спрашиваю. Это уже типа экзамена, понимаете? Я когда-то тренировалась и очень любила своего тренера. Понимаете, если бы только они боялись, то, наверное, бы в зале никого не было. Да. 6, 7, 8, 9, 10. Как твоя фамилия? Раташ Николай. А имя? Наташа. Сколько тебе лет? 13. Какие книги ты читаешь? Недавно Том Сойера прочла. А есть у тебя спортивный разряд? Есть. Какой? Кандидат в мастера спорта. Кандидат в мастера? Угу. Погромче, пожалуйста, Наташа. Нет, я не могу громче. Я вчера мороженого объелась.